Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я продолжаю проходить игру под названием Outlast 2. Немного добавил чувствительности микрофону и морально подготовился, поэтому продолжаем. Моя земля опустошена, но мое семя крепко укоренилось, выстояло против Вавилона и Ассирии и против Рима. Но павшее перед мусульманами и потерпевшее неудачу в крестовых походах было предано во времена мытаря и фарисеев. Божья благодать для тебя, но не покой. Это мост наверху, он спросил. Остановился я на достаточно живописном месте. И хочу его изучить. Так он меня не палит? На самом деле, чего страшного тут происходит? Никакой мистики. Какая-то баскетболистка бешеная бегает за мной. Всего лишь фанатики. Чего бояться? Просто пойдем спасать Лин. Открыть. Я же мужик. Я же ее муж. Но на всякий случай щеколду я закрою. Ну, здесь ничего интересного абсолютно нет. Поэтому пойдем в следующий домик. Блин, аккуратно. Так, а он тут один? Блин, на самом деле здесь очень даже уютно. Блин, да их тут много. Погоди. А здесь можно забраться? Блин, мне надо срочно... Мне надо срочно дергать отсюда. Давай, быстрее заваливайся. Мне кажется, они меня сейчас искать будут по всем домам. Нот. Кровати. Куклы опять. Блин, ни одной батарейки. Так, эти ребята рядом или нет? А куда мне идти-то? Мне кажется, мне через тот навесной мост. В тот домик я, пожалуй, не пойду. Нет, я хочу идти вперед. Блин, он сюда идет. Подыши, подыши. Не погибай. Нет, он меня не увидел. Ну давай, выбирайся, блин, придурок. Капец, мне кажется, я... Я застрял. Блин, прекрасно. Так, по-моему, разобрался. Ничего страшного, нужно просто... Ёлки! Что это? Опять эта хрень. В смысле? Эй! Эй! У меня камера? What the hell? В натуре, что за черт? Это мне снится, или я совсем слетел с катушек? Что за херня происходит? Почему в воспоминании у меня камера? Какая-то мелодия. Блин. Что это за место вообще? Что это за кабинет? Куда мне идти-то? Иисус опять. Блин, что за дичь? Открыть. О. Не урок музыки, а класс музыки. Вы неправильно переводите. Салфеточки. Блин, да чего у них уютные классы? Мне жаль, что приходится делать это. Должно быть, ты любил меня. Должно быть, ты помог мне. Господи, прости меня, я не знаю, что делать. Мне так жаль, Джессика. А при чем тут Джессика? Я, говорит, помню это. А, это он про надпись? Что это значит? Что это за Джессика? Поднять Джессика. Джессика и Лин. Когда мы были детьми? Ни хрена себе, я вернулся в четвертый класс. А я думал, что хуже быть не может. Эта дверь открывается. Эй, кто-нибудь? Там детишки бегают всего лишь. А можно сюда выйти? Нет, тут закрыто. Естественно, мне идти в темный... В темный коридор. Там кто-то есть, мне кажется. Ладно. Responsibility.
А вот это можно снять? О, в натуре можно. Подожди. Не зря же я таскаю за собой камеру. Так вот, у них очень крутые классы в этого Америки, я так полагаю. Так, материал отснят. Что это за инструмент? Надо посмотреть, что там. А, в смысле? Я помню, это картинка. Нет, только шум. Но я это видел, я знаю, что видел. Прикол. И голос двоится. Что происходит, блин? Ладно, пойдем по коридору. Надеюсь, меня никто не схавает по дороге. Эй. Друзья? Тихо. Ты кто? Ты добрый? Он похож на какого-то учителя? Или директора? Эй, Дяхан. У тебя все в порядке? Я к тебе иду. Ладно. Я спалил дверь. Валим и валим нафиг отсюда. Ну его нафиг. Он похож на какого-то маньяка. А, естественно, я не могу ничего сделать. А, я только батарейку могу взять. Ёлки-палки. Фух, надеюсь, когда я открою эту дверь, его не будет рядом. А. Он там? Да блин, он там. Все, я иду к тебе. Я не боюсь тебя. Я не боюсь тебя. Я боюсь тебя. Я не хочу поворачиваться. Фух. Что это было за... Что это вообще за хрень происходит? Можно я уйду? Блин, там заблокировано. И здесь никуда не пройти. Нет, серьезно, мне только туда. Фу, да пошли вы в жопу. Не люблю я такие скримеры, которые непонятно чем кончаются. Я имею в виду, что они нелогичны, их не знаешь, чего ожидать от них. Бу. Серьезно? И куда это я зашел? Имеется в виду, что если бы в жизни реальный какой-то скримак был, можно было бы как-то логично его объяснить и подготовиться. Здесь ни к чему подготовиться невозможно. Здесь вообще не понимаешь, чего ожидать. Ух, я опять болтаюсь из-за того, что мне стрёмно. Сюда можно зайти? О. Снег? Обалдеть. Я соскучился по снегу. Пожалуй, возьмем батареечку. Что там светится? Ладно, неважно. Мне нужно просто идти. Так, наверх меня не пускают. Ой-ой-ой-ой-ой, опять в темноту. Туалет? Кто? Что-то светится. Фух. Здесь есть кто-нибудь? А-а-а, вашу мать. Ты чё так пугаешь-то, придурок? А это что? А что светится? Эй, что тут светится? Блин, ладно, нифига не понятно. И батарейку я пока перезаряжать не буду. Фух, эксит. Все. Нет, не все, еще одна дверь. Которая закрыта. Что там? Там ничего. Ладно, я готов. Все, пугайте меня. И? Да. Нет. В смысле? Ни хрена же не видно. Эй! У меня ни фонаря, нифига. Куда идти? Блин, мне кажется, в такую метель лучше остаться дома. Вот очень-очень плохо, но видно... Силуэт забора, да. Я вдоль забора пойду, пожалуй. Охренеть, метель. Вообще нифига не видно. Что?
какие-то звуки. Зачем ты туда идешь? Тихо, что происходит? Не, я перезагружу, пожалуй, ну его в жопу. Ох ты, блин! Твою мать! Эй, друг, ты живой? Блейк! Блин, мне кажется, в один из... О, ты кто? Ты он не такой, чужак? Вот оно, как ведь убили тебя. Нет, пока нет. Они сделают это, если найдут тебя. Пошли. А ты кто такой? Кто ты? Меня зовут Итан. Ну, я имею в виду, ты один из них? На чьей ты стороне? Ты о том, почему я не пытаюсь тебя убить? Ну, да. Я нерожденный, я видел слишком много, чтобы сохранить веру. Но ты не один из тех других еретиков. О. Я не сказал ни слова, когда кожа моей жены покрылась язвами, и из нее пришлось изгонять дьявола. Я не жаловался, когда Нот прижимался к моей аналии, а ей было только 15. О, и упрет. Мне жаль. Но тогда он сказал моему внуку, ребенок которого он зачал был антихристом, и я должен разрезать ее живот и убить ребенка. Офигеть. Офигеть. Первый добрый человек. Мне кажется, вообще во всей серии... Ох, не особо-то ты выглядишь добрым, но... Это первый человек, который с добротой ко мне отнесся. По Outlast первым, по-моему, ни одного доброго не было. Так, все, он пришел в себя. Офигеть, откуда я вообще упал-то? Ни хрена непонятно, ладно. Ты тут. Я дал ей шанс убежать. Рассказывал этим идиотам истории. Я всегда был хорошим рассказчиком, возможно, ты это заметил. Джейн Доу, что? Твоя дочка, она была на 8 месяце? Блондинка со стрижкой под мальчика? Да. А, это та девчонка, которая была беременна, и ее убили. Ты как ее видел? Из-за нее мы сюда и приехали. Она в порядке? Пожалуйста, мистер, просто скажите мне, что с ней все в порядке. Что ты врешь? Мы не знаем, в порядке она или нет. Слава говорит Богу. Пускай он благословит тебя. Давай, заходи. Слушай, вот на самом деле я такой весь раненый, непонятный чувак. Просто в какую-то берлогу захожу. Ты тут не загасишь? Быстрее, пока никто тебя не увидел. Так, закроем-ка за собой. Блин, а у тебя здесь достаточно уютненько, если так осмотреться. Прикольно. Ох, тихо. Эй, ты. Тебе крепко надавали по голове, да? Я буду в порядке, я. Спускайся в подвал, у меня там кровать. Серьезно? Ты можешь справиться, спрятаться, пока не поправишься. Блин, друг, ты, конечно, очень добрый, но почему ты мне решил помочь? Господи, у тебя тут какие-то кишки, и вы все жрете кукурузу и ножки, и все? Какие-то странные. Вот эту штуку я помню. Она была подвешена там над трупами детей. Блин, вообще непонятно. Ты меня не закроешь в чулане? Ладно, поверю тебе на слово. Все в порядке, просто отдыхай. Тут ты в безопасности. Отдыхай и поправляйся, это на тебя. О тебе позаботиться. Эй, друг. А тут вообще безопасно? Кто? А, это он ушел. Бинтов больше нельзя взять. Блин, а так-то ты оборудовал здесь неплохое место. Достаточно уютное. Пожалуй, я здесь останусь, наверное, на какое-то время. Мне же нельзя выйти. Ну ладно, давай, будем спать. Блин, вообще по-хорошему бы тебе за Лин как-то поискать ее. Хотя ты не спал, наверное. Или дождаться дня. Вы уже вечером прилетели. Идет сохранение.
Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Наверное, это Лин. Он идет. А нет, это Джессика. Я ничего не скрываю. Правильно, это голос не повитухи в случае? Не той баскетболистки? В натуре. Смотри, она ходит. Она просит его помочь. Найти меня и ее. Капец, она... В смысле? Ты что творишь? Охренеть. Надеюсь, она меня не спалит. Эй, Билда! Она его убить хочет, да? Я нифига не вижу. А, все, вижу. Блин, до чего она стрёмная. Его семя, говорит, породило врага. Просто дай мне поговорить с Нотом, я могу объяснить. Какая ж ты стрёмная. Пудовца. Блин, а я даже помочь не смог. Блин, надо заныкаться. Я не хочу разделить его участь. Ох, блин. Надеюсь, ты встретился со своей дочуркой. Блин, друг, прости. Блин, это реально первый персонаж, который мне помогал в этой серии игр. Оторвать доску. Окей. И она просто взяла и убила его. Капец. Давай, поднимайся, балбес. Ой, блин, друг, прости меня, пожалуйста. Ты не выдал меня ей, даже если она... Спасибо. Нет, серьезно, кто я ей? Ему? Никто. Он просто взял... Взял и помог мне. Блин, сорян, друг, я наследил. Можно я убегу отсюда? О, господи, она там снаружи, да? Что там, батареечка? Батареечка мне не повредит. И надо посмотреть, что я там поназаписывал. Да блин. Допрос. Та женщина, кем бы она ни была, она забила его до смерти. Что-то о поисках Лин. Что-то о церкви. Окей. Блин, правда, жалко этого чувака. Надеюсь, я с ней не встречусь тут. Блин, походу, она туда дверь открыла. Эй, здесь есть кто-нибудь? Еще кто-нибудь свой? Блин, приятель, прости. Ну, прости и прощай. Это был героический поступок с твоей стороны. Блин, надеюсь, я... Не встречу эту тварь. Что это был за звук? Да что? Что вы себе позволяете? Я хочу спокойно проходить эту игру, а не сраться от каждого звука. Блин, пожалуй. Что? Спрятаться? Серьезно, в бочку? Ладно, пойдем просто вперед. Нет? А как мне... пройти. Серьезно, неужели по реке? Ну ладно, давай попробуем вплавь. Что делать? Ой-ой. Так, а ее здесь нету. Опа. Там кто-то есть. Женщина.
Есть причитание боли кров, но все это радостно для нас. Мы скорбим о рожающих. Короче, она читает какую-то проповедь. Надеюсь, меня не увидит. Интересно, ее рожу можно разглядеть? Нифига не видно. Зато звездное небо прекрасно видно. Дети, я знаю, вы слышите звон бьющегося стекла, вы слышите крики соседей. А, это проповедник опять. Окей, значит, я пришел, грубо говоря, отсюда, и мне нужно пойти сюда. И я опять видел иконку сохранения, поэтому на этом на сегодня все. Не забудь поддержать меня лайком. Привет. И подписаться, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока и до следующей серии.